Вечер добрый, кто смотрит нас. Хотим показать шприцы, которые есть в наличии, что-то заказать, отсюда отправиться, что-то останется. Вот. Вот дошли до самого, почти самого большого. Это диаметр 60, длина 50 сантиметров. 2,2 литра, цена 4700. Это тот же самый шприц, который у нас идет с обогревом. Тоже внутри там с обогревом, который есть, идет такая труба. Диаметр 60, такой длинный. Значит, это без обогрева. Внутри идет пластиковая поршня, и вот части из пластика. Они не могут выдержать постоянно нагрев 150-180 градусов, они в итоге расплавятся. И крышка плавится, и поршня в первую очередь. Ну вот, чтобы видно было, понятно было, вот она. Вот она. Гигант такого шприца. Я не видел, я не слышал, я не знаю, что у кого-то такое было. Значит, это красота. Как сказал, объем 2,2 литра. Объем 2,2 литра. Ну и есть, можно делать то же самое с 80-й. То есть 80-й, 50 сантиметров, будет аж 4 литра общий объем. Вот если делать с 80-й, длина 50 сантиметров, объем будет 4 литра. Ну и, естественно, цена подороже, 6 тысяч. Мы даже его и не стали, потому что шансов, что кто-то возьмет вот такой, таких объемов люди не льют, наверное. Вот. Здесь она, чем диаметр больше, тем она меньше будет остывать. Это стопудово. Вот где диаметр поуже, там она быстро остывает, потому что объем маленький. А то, чем объем больше, мы поэтому и специально на всех шприцах ставим 16 диаметр отверстий, чтобы хватало, чтобы здесь в отверстиях не остыло силикон, здесь, чтобы не остыло. А конструкция вся та же самая, как и на всех. Вот такой переходник, она одевается. Вот. И вот на большом ставится конус, тут диаметр у всех 5-6 миллиметров идет поменьше, да, вот у кого-кого. Кто захочет, может высверлить, побольше сделать. Мы сделали 5 миллиметров, это чтобы удобно было. Ну или вот такой переходник такой же, но с насеком таким. Вот этот объем, вот этот шприц. Это то, что с обогревом идет у нас, там цена другая, потому что там утеплители, электроника, обогрев идет туда, труба наружная на 150 идет. Там на стойках она стоит, а это просто ручная. Друзья, вот вроде показали все, до этого были видео, вот это тоже добавим, посмотрите, оцените, обращайтесь, поможем, чем сможем. Спасибо всем, всего доброго, до свидания.